Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Итак, давайте продолжим разговор о удивительных пророчествах Ивана Ефремова. Кстати, напоминаю, вот как выглядел Иван Ефремов. Я уже сказал, что Альберт Сайфутдинов в своей книге «Открой в себе талант» выделил 25 сбывшихся технических пророчеств Ивана Ефремова. Но сегодня я хочу добавить, даже этот перечень Сайфутдинова весьма неполон. По некоторым оценкам, Ефремов дал порядка сотни сбывшихся пророчеств. Но это еще далеко не все. Он также дал порядка сотни технических пророчеств, которые не сбылись. Но по всему не сбылись пока. И лично я уверен, что они обязательно сбудутся. В прошлой публикации, чтобы не перегружать ее деталями, я рассказал о трех таких впечатляющих пророчествах. Здесь же давайте сейчас посмотрим фрагмент ролика «Иван Ефремов под прицелом КГБ. Сбывшееся пророчество забытого гения научной фантастики». Он с канала Крамола на Ютубе. В этом фрагменте их приведено несколько больше. Еще одной причиной напряжения и беспокойства вокруг фигуры Ивана Ефремова было то, что он доносил до людей информацию, которую не знали и не могли знать его современники. Многое из того, что говорил и писал он в своих книгах, оказалось пророческим. Многое сбылось и сбывается до сих пор. Это повергало в шок людей, стоящих у власти. Его высказывания, иногда запрятанные в фантастических историях, были настоящим откровением для целых поколений. Например, в 1944 году в своем рассказе «Алмазная труба» писатель рассказывает об открытии месторождения алмазов в Якутии. Через 10 лет, в 1954 году, всего в 300 километрах от места, которое описал Ефремов, и правда открывают трубку «Мир» — первое якутское месторождение алмазов. Нашел эту трубку геолог, прочитавший рассказ Ефремова. И это очень не понравилось там наверху. Ведь получилось, что государственную тайну раскрыл. Напрашивался вопрос, откуда вообще знал об этом. Тогда Ефремову пришлось потрудиться, чтобы убедить всех, что это не более чем научный прогноз и никакая утечка информации. Еще одно пророчество — открытие большого месторождения ртутных руд на Южном Алтае, которое было описано в рассказе «Озеро горных духов» в 1943 году. Также Ефремов описал особенности поведения жидких кристаллов еще в одном рассказе под названием «Атолл Факаофо» в 1944 году. Еще одна удивительная вещь, описанная Ефремовым, это голография. Человек, который изобрел ее, впервые узнал о ней именно из рассказа «Тень минувшего», написанного в 1954 году. А в своем романе «Туманность Андромеда» оказался целый набор предсказаний. Тут вам и трехмерное телевидение с параболическим вогнутым экраном, и геостационарный спутник, который всегда находится над одной точкой земной поверхности, и экзокостюм или прыгающий скелет для преодоления повышенного гравитационного притяжения, как назвал его сам Ефремов. Вот такие вот, без преувеличения, впечатляющие пророчества. И напоминаю, только сбывшихся было порядка сотни. Также Ефремов дал ряд социальных пророчеств. А точнее, он дал развернутую картину истории будущего нашей планеты. И многие из них уже тоже сбылись. Но я об этом уже рассказал в прошлой публикации, поэтому не буду повторяться. И понятно, это не могло не заинтересовать власти. И однажды Ефремов, если пользоваться выражением из фильма «17 мгновений весны», оказался под колпаком, под подозрением. А КГБ начало тщательно за ним следить. Дело Ефремова в КГБ, ну, а теперь в ФСБ, до сих пор не рассекречено. Но кое-какая информация за столько лет, понятно, просочилась. Кстати, это дело составляет ни много ни мало 40 томов. В ходе оперативной проверки проверялись две версии. Первая. Иван Ефремов давно уже не Иван Ефремов. В ходе его хорошо известной экспедиции в пустыню Гоби, Монголии, детально описанную им, кстати, в большой документальной книге «Дорога ветров», он был подменен на английского шпиона. Но это, в очередной раз, впечатляющая версия, ничто перед второй версией, тоже на полном серьезе проверявшейся КГБ. Эта версия даже уже не впечатляющая, а она сногсшибательная. КГБ, как говорится, без дураков, много лет проверял, а не является ли Ефремов агентом некой внеземной цивилизации. Инопланетным шпионом, без кавычек. Конечно, этот факт ошарашивает, но ефремоведам он известен давно. И такие документы, в том числе и видеодокументы, в интернете есть. Аналогичная работа, кстати, велась и в США, но, понятно, не по Ефремову.
Там в АВС много лет вели секретный проект такого рода «Синяя книга». Впрочем, давайте опять посмотрим фрагмент об этом с того же ролика с канала Крамола. Исследования Ивана Антоновича Ефремова в области геологии и палеонтологии имели огромное значение для развития этих научных дисциплин. Его научный вклад был даже отмечен Сталинской премией. Но все эти огромные заслуги перед научным миром и страной позже не помешали властям крепко взяться за Ефремова и его творческое наследие. 4 ноября 1972 года, через месяц после кончины писателя, в его квартире специалисты КГБ устроили многочасовой обыск. Но что искали, до сих пор непонятно. Запись о протоколе гласит, что причиной для обыска стало наличие идеологически вредной литературы. А вынесли вот что. Старые фотографии Ефремова и его друзей, письма, квитанции, образцы минералов, разборную трость, металлическую палицу из цветного металла, книгу про Африку, различные химические препараты в пузырьках и баночках. Всего 41 предмет. Странный набор, не правда ли? После обыска был приостановлен выпуск пятитомника сочинений писателя, а его научные исследования нигде не фигурировали еще несколько лет. Чем же так насолил властям Ефремов, что разделаться с ним пытались даже после смерти? Все просто. Ефремов, несмотря на свою активность, оставался темной лошадкой для власти. Версии ходили разные. По одной из них Ефремова во время его экспедиции в Монголию подменили на английского разведчика. По другой это сделали гораздо раньше. Еще одна необычная версия, что Ефремов, как многие писатели-фантасты, агент какой-то внеземной цивилизации. В 60-70-х годах 20 века такое было обычным делом. Например, в США в этот период в контрразведке и в армии существовали подразделения, занимающиеся непосредственно зелеными человечками. Один из братьев Стругацких, Аркадий, говорил, что они с братом получали много писем про инопланетных шпионов. По его мнению, странный обыск после смерти писателя, непонятный набор изъятых предметов, как раз и свидетельствует о том, что искали что-то необычное, возможно, инопланетное средство связи. Конечно, никаких прямых доказательств так и не нашли и не могли найти, но версия «Ефремов-пришелец» еще долго витала в воздухе. И причину я назвал. Власти шокировали пророчество Ефремова на каждом шагу сбывающееся. И они просто не могли не найти никакого другого объяснения. Это при том, что Ефремов сам дал объяснение всему этому в своих книгах. Первый раз он написал об этом еще в рассказе «Ильинский секрет» в 1942 году. Но власти тогда ему отказали публикацию этого рассказа. Да это и понятно. Он слишком крепко, хотя и из-под воль, бил по материалистической доктрине. Специалистам давно и очень хорошо известен один феномен, которая в современной науке официально называется гипнотической регрессией и гипнотической прогрессией. Но в СССР писать об этом было запрещено. Но Ефремов рискнул об этом написать. Но в 1942 году опубликовать это не получилось. Но он не успокоился. И в 1963 году, 21 год спустя, сделал опять попытку опубликовать это в романе «Лезвие бритвы». И на этот раз все получилось. А в 1966 году, кстати, был издан рассказ «Ильинский секрет». Правда, в этих произведениях он рассказал не о прогрессии, а о регрессии. Но это явление одного порядка. Суть. В ходе гипнотической регрессии якобы пробуждается память о прежних жизнях. И не просто память. Пробуждаются знания и навыки, которые человек приобрел в прошлой жизни. Например, если человек в прошлой жизни жил, скажем, в Англии, он вспомнит английский язык. А если он был, например, портным, он сможет жить. И теперь, надеюсь, понятно, почему в СССР информация об этом была, так сказать, драконовски запрещена. Но Ефремову удалось обмануть власти. Часть АБК он, кстати, детально описал этичность применения таких методов, полностью противоречащих современной фальшивой морали. Но об этом в свое время. В 60-х годах советская наука под давлением фактов была вынуждена перестать объявлять генетику буржуазной лженаукой и продажной девкой империализма. Как любил выражаться недалекий и очень подлый сталинский ставленник, так называемый народный академик Лысенко, и признать ее. И материалистическое объяснение регрессии было дано Ефремову на основе этой науки. Он объявил, что в ходе регрессии человека пробуждается память наших отцов, матерей, дедов, ну и так далее. Всех наших предков, чьи гены есть в нашем геноме. И он это официально назвал генная память.
И властям это очень понравилось. Да и еще бы. Такая мощная мировоззренческая бомба, заложенная под самое передовое учение в мире – научный коммунизм, была обезврежена. Все дело оказывается в генах, а не в идеалистических представлениях о реинкарнации. И власти приняли лезвие бритвы на ура. Кстати, эффект от лезвия бритвы превзошел все ожидания. И, думаю, даже ожидания самого Ивана Ефремова. Сначала в советской фантастике, а потом и в западной, появилось целое направление о генной памяти. И такие художественные книги начали издаваться, как говорится, пачками. И никому, ни писателям, ни цензорам, даже в голову не пришло, что это уловка. Хотя это было очевидно. В ходе регрессии пробуждается память о всей прежней жизни, прежних жизнях. От и до, от рождения до смерти. А ген это передается в момент зачатия. А значит, мы по определению не можем помнить того, что было с нашим отцом, скажем, после того, как он нас зачал. Но вот, тем не менее, совершенно идиотский феномен научной фантастики о генной памяти возник. И не только в Советском Союзе, а во всем мире. Но о прогрессии Ефремов так рассказать не мог. Тут гены бы не помогли. Хотя точно такая же методика, которая пробуждает память о прежних жизнях, способна пробуждать и воспоминания о будущем. Без кавычек. Кстати, в том числе и воспоминания о будущих жизнях. Сначала расскажу немного о методике. Кстати, их несколько. Ефремов их описал две. В лезвии бритвы для пробуждения, дескать, генной памяти, используется ЛСД. Но есть и более щадящая методика. Нужно просто долго всматриваться в хрустальный шар, желательно ограненный. Вот вроде такого. Это ведет к впадению в транс. Ну, а транс, в свою очередь, способен пробудить память как о прошлом, так и о будущем. Именно методику с использованием шара, как хрустального, так и голографического, Иван Ефремов детально и несколько раз описал в романе «Час быка». Не буду заходить в дебри, приведу только одну цитату. В ней эту методику применяет главная героиня романа Файрудис. Родис убрала зеркало, сбросила платье и легла на диван, расслабив тело, и уставив взгляд на синеватый, чуть светящийся шар над головой. Она оставалась в неподвижности около 3 часов, пока в системе концентрических кругов на потолке не загорелась желтая точка и не раздался слабый звон. Файродис сделала несколько гимнастических упражнений. Дальше в романе весьма прозрачно и неоднократно дается понять, что этот сеанс Фай был именно сеансом прогрессии, а не регрессии. Впрочем, думаю, это и так очевидно. Зачем ей была память о прошлом в экспедиции на настолько опасную, инфернальную планету? Понятно, здесь ей прежде всего нужна была информация о том, что ждет ее и ее товарищей на Тормате. Кстати, это главная причина, почему я думаю, что Фай не погибла в храме всемогущего времени, а группа Тевисы Хинако не погибла в мертвом тормантианском городе Кинанте. А я в свое время об этом много писал. Это были классические операции внедрения и прикрытия. И думаю, что Иван Ефремов мечтал написать продолжение «Часа быка». Владение методикой гипнотической прогрессии просто не позволяло ни Фай, ни группе Тевис так глупо погибнуть. Но об этом мы, надеюсь, поговорим в свое время и, боюсь, не скоро. Точнее, не так скоро, как хотелось бы. Сейчас у нас, увы, публикации о ноосферном мировоззрении толком не идут. Кстати, в «Часе быка» есть даже не намек, а прямая цитата о том, что прогрессия позволяет видеть, и, кстати, не только видеть, будущее. Вот эта цитата. «Только в раннем возрасте, до кондиционирования человека системой устоявшихся взглядов, прорываются в нем способности прямого луча, ранее считавшиеся сверхъестественными. Например, ясновидение, телеакцепция, телекинез, умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда еще не кондиционирована величайшая сила организма. Кундалини – сила полового созревания». И, кстати, это наглядно показывает, что наследие Ивана Ефремова далеко не материалистическое. Энергия кундалини – это и близко нематериалистическая категория. Но именно она, по Ефремову, и я с ним согласен, лежит в том числе и в основе прогрессии. И здесь нужно добавить, и многого другого тоже. Но для понимания сути романа здесь все же важно другое. А именно фраза «умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится». Это важно. И именно в этом, собственно, и весь смысл прогрессии.
Дело в том, что будущее не предопределено. Как каждому из нас, да и каждому народу, да и более того, каждому миру, дана, так сказать, только опорная судьба. В эзотерике, кстати, это очень давно уже называется «будущее многовариантно». То есть в ходе прогрессии мы видим, так сказать, не свой приговор. Мы не обречены на именно такое будущее, какое увидели. А мы видим то, что, опять же, в эзотерике уже очень давно называется линией вероятности. И мы получаем возможность, используя эту методику, в прямом смысле слова, выбирать свое будущее. Ну, или вершить его. То есть, если мы поступим так, у нас будет одно будущее. А если этак, другое. И именно этим Иван Ефремов весьма прозрачно и дал понять, почему указанные земляне не могли погибнуть на тормозе. Но цензура, к счастью, умудрилась не заметить отсылку к кундалине. Ни в часе быка, ни в лезвие бритвы, кстати, тоже. Создание разумно и справедливо устроенного общества без пробуждения энергии кундалини по Ефремову невозможно. Реально оно может быть осуществлено только, если мы практически все пробудим в себе энергию кундалини и порождаемые ее способности прямого луча. И именно поэтому человечеству нужно прежде всего поменять научную парадигму. Современный аналитический метод познания через расчет и эксперимент должен быть дополнен интроспективным через то, что в индуизме и буддизме называется медитацией, ну или через то, что в современной науке называется гипнотической регрессией и гипнотической прогрессией. Впрочем, интроспекция, что я, пожалуй, уже сказал, включает в себя далеко не только прогрессию и регрессию, но еще и очень многое другое. Это видно, например, из той же приведенной цитаты Ефремова о кундалине. Но нужно добавить, там Ефремов перечислил не все, и далеко не все, что энергия кундалини нам открывает. И об этом мы тоже, надеюсь, однажды поговорим. И поговорим подробно. Кстати, высшая советская номенклатура о прогрессии прекрасно знала. Методикой гипнотической прогрессии в совершенстве владел Вольф Мессинг. Надеюсь, мы о нем однажды поговорим подробно. И именно то, что у него однажды сеанс прогрессии вышел из-под контроля и вынудило его бежать в Советский Союз. Мне удалось найти об этом зрелищный эпизод в ролике «Невероятный Вольф Мессинг. Сбывшееся предсказание и пророчество о будущем России» на канале на Ютубе «Филиал Карамзина». Вот этот эпизод. Берлин, 1938 год. Вольф Мессинг на сцене демонстрирует свой коронный номер. Впадение в кататонический транс. И вроде все идет как обычно, но те, кто видит шоу уже не в первый раз, понимают, что-то не так. Менталист вдруг замирает, словно им кто-то управляет, как куклой-марионеткой, и произносит закрытыми глазами. «Я вижу танки с красными звездами на улицах Берлина. Я вижу мертвого фюрера. Я вижу Германию в руинах. Всего этого не избежать, если Гитлер двинется на восток». После этого Мессинг падает на сцену без чувств. Его уносят помощники, зал пребывает в шоке, а за кулисы уже бегут солдаты со свастиками на рукавах. И понятно, высшая советская номенклатура отрицала феномен прогрессии только на словах. На деле Вольф Мессинг был официальным советским миллионером, дарил советской армии истребитель, построенный на собственные деньги. И был вхож лично к Сталину. И примеров такого гнусного лицемерия в советской истории хоть отбавляй. И именно здесь, думаю, нужно искать разгадку феномена потрясающих пророчеств Ивана Ефремова. Но вот, тем не менее, в Советском Союзе всю жизнь правая рука не знала, что делает левая. И КГБ именно поэтому столько лет искала ответ на этот вопрос, придумывая самые идиотские версии. Ну вот как это Ефремов мог делать такие потрясающие и сбывающиеся все время пророчества? А ответ-то лежал на самом видном месте. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под публикацией.